Номер 573. События дня. 1 Коринфянам 9:22. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». За 8.7.17. Галина Влеська. Ну, кузнец, была здесь. Мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрела ролик про бурю и погрузку с Коли в грузовик. Первая мысль о слабой безопасности, а именно, почему вся работа на Владимировской усадьбе происходит, а Никитина мужская не задействована. Там же мужская половина, а все прилипло к женской слабой половинке. И техника, и пилки с топорами, и бревешки, и горящие кастрюли, и капканы, и кошки, и дети. Яко женская магнит какой. Дети шустрые, надо посоветоваться и поразмыслить. На Бога надейся, да сам не плашай. Со стороны теперь беднее, как говорится. Всем ангела-хранителя. Проехала 575 километров за 5 часов 25 минут. Вернулась из школы мужества и свободы в школу выживания и лицемерия. Скучаю очень по моим драгоценным христианам православным. Аминь. Ну, что сказать, на Владимировой территории. Так понятно, мы тут рядом постоянно выходим. Там не так удобно. Неудобно. И заезд неудобный. И места такого большого нету. Ну, не так. Нам для дела надо. А что она, женская, мужская, нам разницы нет. Здесь прямой ход. И столько разгружаем тут дров. И мы рядом здесь все туда пойдем. Там ничего нету. Там только ночует, и все, мужская половина. Нам дело делать надо, а женская или мужская, для нас никакой разницы нет. Это внутри женское, спанье. А остальное, здесь же обедаем. Здесь у нас перед обедом, после обеда, на улице даже собираемся, молитва. Здесь идут занятия, там нет этого места. Нет, а занятия, гости приезжают. Ну, ясное дело, что... Искусственно нельзя это создать. А туда бы дети бегают, шустрые, Бог милует. Вот месяц уже прошел, считай. Никак это не повредило. И умывальник-то где ставить? Здесь утром умывается где? Бегут сюда. Тем более у нас запрет девочкам переходить на территорию к мальчикам. На их территорию. А мальчики здесь могут, потому что здесь идет работа, и дрова пилят, и, ну, непрерывно. Здесь же душ устроенный для женщины, для мужчины, он и не нужен там. То есть все сделано правильно. Правильно. Потому что это в одном месте распыляться, туда ходить. И вы сами видите, где удобно женщинам шить, где машинка. Здесь. Вот. Какое дело ни возьми, здесь больше места, здесь кухня, здесь холодильники, здесь топят печи. Все здесь. Так оно и рассчитывалось, так оно и идет. Даже и мысль не приходила о том, что женская половина тянет или нет. Это устройство. Это само по себе это все показывает, как. А туда, ну, никак. Там что сделали, дорогу разобрали, и больше там больше не вмещается. А оттуда сюда бегать, там будем. Здесь-то выходят девочки, они на месте, на глазах, а туда заходить нельзя. А они помогали, пилили и шкурили. Так что все правильно. Вот она теперь пишет, как за 8 число. Ну, 8 число – это суббота перед крещением. Крещение всегда на 7 июля назначается, если оно попадает на воскресенье. А если не попадает, то в следующее – первое. Так и здесь. 7, 8, 9 получается воскресенье. Вот воскресенье, сегодня отчет за вчерашний день и даю. Сегодня крещение. Сегодня все загуляют, выезжают. И издалека приехали, кто этот, работает в Италии. Ну, приехали тут с семьей креститься из Кемерово, по-богущенски. Ну, все обдумано. И вчера мы... Теперь лагеря-то нету. В лагере освещался каждый год лагерь молитвы. Батюшка приходил. А теперь мы переносим это уже на,
на дома, на деревню, и где место было сделано в лагере, возвышенное, огороженное от комаров, чтобы ветер отдувал, там один раз будем собираться, именно в субботу. И назначено было на 9 утра, потому что пятница была, костер, дольше спали. И теперь уже с 5 утра поднимались, теперь будет с 5:30 несколько дней, а потом с 6. Так у нас было, за солнцем идем. И там мы помолились, это все будет стоять, если Бог даст. И далее мы назначили обед на 3 часа, попозже маленький обед на том месте, где тоже другой холм, все приготовлено было, туда Никиту послали с Нестером. Нет, не с Нестером, там еще кто-то был, помогал ему, кажется, Владимир, другой там. Ну вот так. И вчера мы объехали, тут приехала семья, отец Николай с Анастасией и сыном Женей, где лучше строиться, если тут им понравится, могут остаться. Но проехали все места, я знаю, где деревни были, отрожки, где повороты, где новостройка, все рассказал и показал. Преимущества какие бывают. Но тогда никто так не рассуждал преимущества. Приезжали рядом, строились и все. Народу-то больше было. Те времена ушли. Так что вот день. А дальше суббота что? У нас баня, да, пораньше была, чтобы до 3 успели. И богослужение длительное. Потом братья пошли готовить ко крещению. Пирс ушел под воду. Его не выправить, не поднять. Решили прямо с берега сходить. И у нас длинная полоса этой резиной, которая под ногами была. Ну и коле пробить, жердь поставить, чтобы было за что держаться-то. А то от воды будет головокружение. Ну вот это событие дня. А перед этим помогали голубятню мне сделать за день раньше все, потому что она сдвинулась, и затянули тут проволокой. Роман прожег отверстие в этих косинах, которые поддерживают. Ну, то я очень доволен. С одному бы никогда это было не сделать. Вот какие наши события это? События простые. Живем, да, благодарим Бога. Еще у нас больше нету. Мировых событий тут не захватываем. Ну и просчитать хотя бы, показать наши ресурсы. За день показали уже. И что тут у нас еще есть? Из вопросов и ответов. Хотя бы один вопрос-ответ. Взаимоотношения людей из этой папки. Вопрос 2879, 14 том, открытым оком. Наша речь засорена принесенными за колючие проволоки словами, как пишет Солженицын. После пребывания на зоне заметили ли, как отразилась блатная терминология на вас? Ответ – никак и ни в чем. Особенно противно слово «ништяк», что-то наподобие прокисших кишок. Но есть слова, которые можно обосновать и смыслом, и священным писанием. Например, слова «крыша», «наезжать». Крыша прикрывает, защищает, охраняет от непогоды. Посмотрите, сколько в Библии слов, характеризующих крышу, относятся к самому Богу. Значит, самая лучшая непробиваемая крыша есть наш Господь, Его милость, долготерпение. Иезекииль 40:13. Потом намерил он в воротах от крыши одной комнаты до крыши другой 25 локтей ширины. Псалом 84:3. Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его. Псалом 118:14. Ты покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. То же самое в слове наезжать, давить, утеснять, пугать. Амос 2:13. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. Так и со многими другими словами. Есть очень емкие образные выражения, которыми мы пользуемся ежедневно, не зная их происхождения. Слова литературные и точные. Не зарекайся от тюрьмы, да от сумы. Вот обычно «Алло,
Вот говорят по телефону. Я оттуда увидел, что там сокращенно, каждое слово стоит на месте. Я только звонок, я сразу говори, означает, я слышу, еще и спрашиваю, говори, кто бы он ни был. Дальше будет видно. Говори. Простое слово. И оно заменяет, ну, все предыдущие, которые растягивают вступление в разговор. Такие есть места, которые это я услышал там. Четкость. Там абсолютно нет времени на болтовню. Засекут, пропал. Далее стихотворение. Богатые, подайте мне на книги, не пожалеете от своих щедрот. От многих бедных в этой просьбе крики. Вы их наполните им, голодный тощий рот. Через страницы небывалых строк ко многим тысячам пророки достучатся. Подайте, бросьте со стола мне крох. В молитвах вас помянут много чаще. Сегодня я прошу и умоляю хотя бы искоса взглянуть на небеса. Я перед вами так хвостом виляю, не проповедник, будто лиса. За вами числится, увы, немало дел, которые делишками зовутся. Не уточняю, я не посмотрел. Не откажите и не надо дуться. Подует ветер, листья подметет, мороз ударит, запуржит надолго. Ночь темная потребует отчет, от прошлого не обретешь осколка. Я не проситель только, но и жнец, остатки для пришельца оставляйте. Нам многощадный любящий отец напоминает, мы по Адаму братья. Вас угораздило про совесть позабыть, когда пред стартовым давились капиталом. Есть зрители, а есть бойцовский бык, через мгновение пойдет на мясо сало. Богатые, не нищий ли ваш дух, в реестре памяти грехи не поместятся. Пока еще светильник не потух, приобретайте милостыни и масло. Прием веду с пяти утра пораньше, до девяти, до сумерек звоните. Из глубины тяну вас, словно тральщик, из сребролюбия карабкайтесь по нитке. 8 декабря 2005 года. Вот такое стихотворение позволил мне Господь написать в то время, когда, видимо, издавал книги. Вот сегодня воскресенье, уже надо идти, собираться, 7-й час. Все на этом пока.